Еврокомиссия дала ход расследованию против Польши из-за закона по российскому влиянию. В конце мая польский президент Дуда подписал закон о создании особой госкомиссии. Она изучает влияние Москвы на принимаемые в Польше решения и может запретить любому политику страны занимать государственные должности, связанные с распределением средств, если сочтет его виновным в связях с Россией. По мнению Брюсселя, новый закон может нарушить европейское право. У Варшавы есть 2 месяца, чтобы ответить на запрос Еврокомиссии. Как в Польше отреагировали на предупреждение, расскажет наш европейский корреспондент Регина Севастьянова. Польша заявила, что продолжит исследовать российское влияние, несмотря на претензии Европейской комиссии. В частности, об этом заявил журналистам министр по европейским делам республики Шимон Шинковский Вельсенк. По нашему мнению, процедура начата поспешно и без достаточной аргументации, сказал он. Польша, как самая большая страна Европейского Союза, соседствующая с Россией, имеет не только полное право, но также обязаны исследовать российское влияние. Мы полны решимости и будем исследовать это влияние. При этом он надеется, что после объяснений, которые Варшава намерена дать Брюсселю, Еврокомиссия прекратит юридическую процедуру против нее. Я надеюсь, что эта цель объединяет все страны, все институты Европейского Союза, подчеркнул министр, имея в виду, конечно же, цель исследования российского влияния. Мы будем указывать Европейской комиссии на эту главную цель, которая не должна ставиться под сомнение. Мы, конечно же, дадим пояснения, но хотели бы, чтобы решения по этому вопросу опирались не на информацию средств массовой информации, а только на факты. Я надеюсь, что наши объяснения приведут к тому, что данный вопрос будет быстро закрыт. Еврокомиссия заявила накануне, что начинает специальную процедуру против Варшавы. В отношении Польши была на данный момент запущена административная процедура, в рамках которой Еврокомиссия призывает Варшаву прекратить нарушение общеевропейского законодательства. Но это всего лишь первый этап, который впоследствии может позволить созвать суд Европейского Союза для привлечения страны-члена Альянса к ответственности. О начале запуска процедуры объявил еврокомиссар по вопросам торговли, вице-председатель Еврокомиссии Валтис Домбровскис. Решение было принято, несмотря на обещание, которое дал польский президент Анджей Дуды о внесении поправки в нашумевший закон о российском влиянии. В частности, Дуда пообещал и призвал парламент как можно быстрее принять эту поправку. Согласно закону, который Дуда подписал на прошлой неделе, осужденные по соответствующей статье граждане не допускаются к работе на государственных должностях, связанных с государственными финансами и секретной информацией сроком на 10 лет. По оценке критиков закона, речь идет о мерах правящих консерваторов, которые за несколько месяцев до парламентских выборов могут быть нацелены конкретно против лидера оппозиции и бывшего председателя Евросовета Дональда Туска. Партия Туска даже начала называть принятый закон законом Туска. Собственно, Дональд Туск, прошу прощения за употребление этой фамилии столь часто, но вокруг него сейчас основная дискуссия крутится, он сразу же раскритиковал принятие этого законопроекта. По последним опросам, его партия действительно идет, ну, примерно с равным количеством потенциальных голосов на выборах с правящей ныне партией. И, как считают оппозиционеры, таким образом парламентарии сами могут запретить другим политикам участвовать в выборах в Польше. Евросоюз, естественно, сразу выразил опасения, что так оно и выглядит. И к опасениям, которые были высказаны официальным Брюсселем, присоединились Соединенные Штаты тоже. Поэтому 2 июня, то есть спустя буквально 3 дня после подписания закона, президент Польши заявил, что подпишет поправку, которая не позволит комиссии самой устанавливать наказание попавшим под расследование лицам. Комиссия сможет лишь сделать заявление, что рассматриваемое лицо может находиться под влиянием России, поэтому нельзя гарантировать, что оно честно работает в общественных интересах. При этом президент Польши выразил пожелание, чтобы комиссия состояла из экспертов, а не из депутатов Нижней палаты парламента или сенаторов, как предполагалось ранее. Добавлю, что Польша, ну, уже далеко не первый раз вызывает гнев официального Брюсселя. Вот как раз на этой неделе, конкретно 5 числа, пришла новость о том, что суд Европейского Союза стал на сторону Европейской комиссии в многолетнем споре с Варшавой относительно ее противоречивой судебной реформы, которая, как утверждает исполнительный орган Евросоюза, нарушает европейское право и подрывает независимость судей. Суд подтвердил, что принятая Польшей в декабре 2019 года судебная реформа противоречит европейскому праву, поскольку введенная ею дисциплинарная палата Верховного суда, которая имеет полномочия увольнять и привлекать к ответственности судей, цитирую, не соответствует требованиям независимости и беспристрастности. Также несовместимо с правом ЕС и полномочия другого органа, постановил суд, а именно чрезвычайно
чрезвычайной палаты по вопросам надзора и связям с общественностью Верховного суда Польши, проверять соблюдение основных требований по эффективной судебной реформе. Напомню, что этот спор между Варшавой и Брюсселем, который начался в 2019 году, привел к тому, что на время Евросоюз заморозил те бюджетные средства, которые полагаются Польше. Регина Севастьянова, наш европейский корреспондент. Евросоюз и США потребовали от Приштины диалога с Сербией. На прошедших во вторник переговорах международные посланники пригрозили косовскому премьеру Альбину Курти последствиями, если он не отступит в конфликте. Главные требования переговорщиков – улучшение отношений с Белградом, новые выборы на севере края с участием сербов. Президент непризнанной республики Вьоса Османи подтвердила возможность нового голосования. Премьер Курти пока молчит. О текущей ситуации вокруг Косово рассказал наш европейский корреспондент Сергей Курохтин. Закончилось турне эмиссаров как Европейского Союза, это Мирослав Лайчек, так и Соединенных Штатов, это Гейбриэл Эскобар. И это турне было направлено на урегулирование ситуации. И сначала они побывали в Белграде, встречались с Вучичем. И, как сказали обе стороны, есть общее понимание, общая договоренность того, как решить нынешний конфликт на севере Косово. И как раз после этих переговоров Вучич и сказал, что Приштине пора начать выполнять ранее достигнутые договоренности. Но после этого Лайчик и Эскобар поехали в Приштину. Там они встречались с Курти, вели переговоры. И переговоры были долгими. И, как назвал их Лайчик, это были долгие и трудные переговоры. И что самое главное, после их окончания никаких положительных сигналов, оценок не прозвучало. Более того, Эскобар, Лайчик еще выбирал такие выражения более или менее дипломатичные, а вот Эскобар выступал очень жестко на встрече с журналистами и сказал, что Соединенные Штаты не будут поддерживать политику, имея в виду, конечно, Альбина Курти, который не стремится к нормализации ситуации на севере Косово. И если Курти не предпримет эти шаги, то, фактически вот так сказал Эскобар, тогда это будет делать кто-то другой. То есть в данном случае мы видим классическую ситуацию, когда Лайчик играет хорошего полицейского, Эскобар плохого, и этот плохой полицейский сказал, что Соединенные Штаты предпримут определенные действия. Не санкции еще, но определенные действия. Они, как известно, уже отказались от совместных военных учений, и еще целый ряд действий готовы предпринять. Но при этом обращу ваше внимание, что когда тот же Курти организовывал вот эти выборы мэров на севере Косово, от которых сербы отказались участвовать и в которых приняли участие всего 3,5% населения. Так вот, когда были эти выборы, вот тогда Европейский Союз и те же Соединенные Штаты Америки приняли итоги этих выборов и сказали, что все-таки они прошли в соответствии с законом. Но сейчас мы видим, ситуация изменилась, и план, который предлагается, его описал Жозеп Боррель, выглядит следующим образом. Первый — это отход сербских военных формирований от границ с Косово. Приштина отводит полицию и спецназ с севера Косово. После этого организовываются новые муниципальные выборы, в которых сербы принимают участие. И после этого начинается формирование сообщества сербских муниципалитетов. Если мы вот так посмотреть на этот план, то, в общем, это тот план, который, с которым всегда выступал Белград. И мы видим, ну, просто очень такую редкую ситуацию, когда Запад выступает в поддержку именно плана, который поддерживает и Белград. Но здесь, конечно же, не нужно обманываться. Дело в том, что все-таки цель в данном случае Европейского Союза состоит в том, чтобы нормализовать в целом ситуацию в Косово по плану, опять же, Европейского Союза. То есть по плану Франции и Германии, о котором мы неоднократно рассказывали, и который подразумевает, что Сербия и Косово не признают друг друга, но при этом не мешают им вступать в международные организации, как это было в ситуации ГДР, ФРГ. И вот здесь есть вопрос, который сейчас задают все эксперты, потому что для Сербии важно не только согласиться вот на этот пункт этого плана урегулирования, но для Сербии очень важно, об этом говорил и Вучич, не присоединение к антироссийским санкциям. Но для Европейского Союза, если он этот план все-таки начинает притворять в жизнь,
то для Европейского Союза вот эта позиция под большим вопросом, и, скорее всего, они на этом будут настаивать. То есть вот нынешнее урегулирование ситуации на севере Косово, опять же, идя навстречу Белграда, может предполагать, что после этого Европейский Союз поставит жесткие условия перед Белградом, касающиеся именно антироссийских санкций. Ну и не забывать, что Альбин Курти, премьер Приштины, как бы на него сейчас там не ругались в Европе и в Соединенных Штатах Америки, это жесткий достаточно премьер. Он выступает категорически против создания сообщества сербских муниципалитетов. Это человек, который был студентом во время Косовской войны, я напомню, в 99-м году. Он был руководителем такого студенческого сообщества, которое выступало, естественно, за независимость Косово. Его приговорили к 15 годам тюрьмы. После того, как в Югославии сменилась власть, его освободили. И он человек, который как раз привык решать вопросы такими жесткими путями. И удастся ли тем же даже Соединенным Штатам как-то договориться с ним по поводу выборов? Да, тем более, действительно, в Йос Османе президент Косово уже сказал, что выборы, да, возможны. Но вот удастся ли уговорить Курти на организацию сообщества сербских муниципалитетов? Вот эта тема, конечно же, еще под вопросом. Но сейчас, наверное, наиболее важное, чтобы вот сама напряженность на севере Косово все-таки ушла, и чтобы сербы возобновили там нормальную жизнь, чтобы муниципальные здания были освобождены, чтобы силы KFOR натовские все-таки покинули тоже север Косово, как, впрочем, и силы спецназа Приштины. Вот на этот шаг сейчас очень и очень рассчитывают в Европе. Сергей Курухтин следит за развитием ситуации вокруг Косово. Вести FM. Лионель Месси продолжит карьеру в США. Аргентинский нападающий объявил о переходе в американский клуб «Интер Майами». Им владеет Дэвид Бекхэм. Условия контракта пока не разглашаются. По данным испанской прессы, соглашение Месси с «Интер Майами» рассчитано на 2 года. Ранее СМИ сообщали, что Месси может вернуться в Барселону или перейти в саудовский Аль-Хиляль. Почему звездный футболист выбрал американский клуб, что это решение дает всем участникам сделки, рассказал наш спортивный обозреватель Николай Саприн. С ним побеседовал мой коллега Павел Анисимов. Когда пошли слухи о том, что Месси покидает Пари Сен-Жермен, твои коллеги гадали, что дальше, Саудовская Аравия, либо опять вернется в Барселону. На твой взгляд, вот что было решающим в переходе именно в американский клуб? Ну, решающим были не деньги, это точно, потому что Аль-Хиляль, аравийская команда, предлагал гораздо больше. Ну, вот так, например, буквально на днях всплыла информация о том, что 2-летний контракт будет стоить Аль-Хиляль контракт с Месси 1 200 000 000 евро. И действительно, там было многое из того, что могло бы завлечь Месси. Но он сам признался, что вопрос перехода в американский клуб, как и Барселона, наверное, да, в данном случае это был не вопрос денег. Он, конечно, хотел больше Барселону, потому что он весь сезон ждал, надеялся, у него заканчивался контракт, но специально не продлевал его с Пари Сен-Жермен. В ожидании того, чем закончится история с Барселоной, у Барселоны сейчас финансовые проблемы. В какой-то момент ей было запрещено регистрировать игроков. Вот сейчас Барселоне вроде как одобрили план экономический, согласно которому она может действительно какие-то покупки делать. Но все равно ситуация очень шаткая, очень нестабильная. И ожидая до последнего, все-таки у Месси тоже были лимиты, даже у Месси были лимиты по времени. Поэтому он выбрал все-таки американский клуб, потому что, во-первых, четкие условия, гарантии того, что когда бы он не закончил карьеру, он здесь будет желанным гостем, здесь тоже большой контракт. Плюс ко всему, ему тут по окончании карьеры, как и Бекхэму, в случае с Бекхэмом, потому что он тоже заканчивал там, в США, в МЛС, будет дана возможность спокойно стать хозяином одного из клубов, потому что все-таки лига закрытая, но в лиге зачастую нет-нет, да появляются новые проекты. Один из них как раз «Интер Майами» тоже был образован при содействии МЛС и при активном участии Дэвида Бекхэма, который с самого начала был хозяином этой франшизы. Вот Месси в таком случае, если бы он подписал контракт, он ее подписал, пока неизвестно на каких условиях, тоже будет предоставлена возможность быть полноценным хозяином клуба в такой ситуации. Хотя, опять-таки, полноценным хозяином клуба, наверное, является лига. В данном случае он, как менеджер, может осуществлять всю ту деятельность, которую обычно проводят хозяева клубов, ну, где-нибудь в Европе, там, тоже в Азии и так далее, в МЛС.
ЕС тоже особые условия, но в данном случае он получил бы статус сообразно тому, который сейчас имеет Дэвид Бекхэм. По поводу дальнейшей карьеры Месси, понятно, да, для чего он нужен клубу Интер Майами. Вот на стартовый матч, который якобы уже 21 июля пройдет, и Месси там будет выступать, вот цены на билеты на эту игру уже взлетели в 10 раз. Что касается Месси, ну, он 35-летний уже футболист, да, можно сказать, возрастной, собрал все возможные трофеи, все возможные титулы, на мой взгляд. Вот дальше как у него будет развиваться его карьера именно в Америке? Будет ли он выкладываться как здесь, в Европе, либо, ну, что называется, такая предпенсионная история? Кто знает, потому что, опять же, сейчас футболисты и фармакология современная, она позволяет игрокам не то что там 20-30 лет назад играть до возраста далеко за 30, а то и за 40. Есть примеры, когда люди играют в 40-42-летнем возрасте. И вот тот же Златан Ибрагимович, например, да, ему за 40 было в этом сезоне. Но, кстати, вот он буквально на днях заявил о том, что заканчивает карьеру. Я не думаю, что там Месси будет недостаточно выкладываться, но ты сам понимаешь, одно дело, когда ты работаешь на каком-то очень высоком уровне много-много лет, совсем другое, когда ты попадаешь в другие несколько более тепличные условия, и ты понимаешь, что уровень тех, кто тебе противостоит, уровень сопротивления не такой высокий. Естественно, эволюционно даже, да, по ходу тех или иных игр, как бы ты ни настраивался, все равно ты выкладываешься ровно настолько, сколько тебе противостоят люди. Поэтому я думаю, что все будет в порядке у него. Самый главный вопрос будущего после карьеры. Но, мне кажется, переехал бы он в США, не переехал, все равно это вопрос старейшего. Да, понятно. Спасибо большое, Николай. Наш спортивный обозреватель Николай Саприн. Вести ФМ. Новости. В студии Наталья Христова. Два человека погибли, еще двое пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ, пункта эвакуации людей из города Голая Пристань в Херсонской области. Город оказался затоплен после разрушения конструкции Каховской ГЭС, как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальда в эфире телеканала «Россия-24». Среди погибших 33-летняя беременная женщина. Произошло следующее. Это преднамеренный обстрел точки сбора для людей, которых эвакуируют из зоны подтопления. То есть Голая пристань находится на одном из ответвлений Днепра, и, соответственно, там тоже поднялась вода, и как бы и с той стороны тоже говорят, что мы же готовы отселять людей, мы же готовы эвакуировать людей. И вот рядом вместе со словами оказываются дела совершенно другие. Знали 100%, что там стоит автобус, который собирает людей. Знали, что там есть пункт Министерства чрезвычайных ситуаций, который помогает в этом делать. И преднамеренно нанесли туда удар. Самое обидное то, что погибла именно беременная женщина. Бесчеловечность, наверное, слабо. Это военное преступление против жизни, против своих же сограждан, которых они собираются якобы как спасать. Прорыв дамбы Каховской ГЭС привел к подтоплению 14 тысяч домов в 15 населенных пунктах Херсонской области, сообщил замглавы МЧС Анатолий Супруновский. Сейчас идет эвакуация пострадавших. Эвакуировано более 4200 жителей. По этим данным, основная масса размещается у родственников. Более 500 человек находится в пунктах временного размещения. Члены семей погибших в результате чрезвычайной ситуации на Каховской ГЭС получат по 1 000 000 рублей. Об этом сообщил также Владимир Сальдо. Он поручил правительству региона в кратчайшие сроки выработать порядок выплаты компенсации из областного бюджета. Число жертв обстрела центра Горловки в Донецкой Народной Республике украинскими войсками возросло до 2. Один раненый умер в больнице, только что сообщил мэр города Иван Приходько. По данным представительства ДНР в совместном центре контроля и координации, украинские войска нанесли удар по центрально-городскому району Горловки из реактивных систем залпового огня, выпустив 23 снаряда. Росалкогольрегулирование изъяло в Астрахани более 10 тысяч литров напитка «Мистер Сидор», употребление которого связывается с многочисленными отравлениями в ряде регионов. В ходе проверки складских помещений ведомство при поддержке силовых структур обнаружило опасный напиток без сопроводительных документов и фиксации в ЕГАИС. Всю нелегальную алкогольную продукцию передали на досудебное хранение. Случаи массового отравления сидром выявили уже в Нижегородской, Курганской, Самарской, Ульяновской областях, а также в Удмуртии и Чувашии. Общее число пострадавших –
результате отравления приблизилось к 100. Из них 30 человек скончались. Следственный комитет завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее также сообщалось, что Роспотребнадзор изъял из оборота более 66 тысяч литров напитка марки «Мистер Сидр». Курортный сезон этого года на юге России ожидается комфортнее, чем в предыдущие два года. Число неблагоприятных и опасных явлений по расчетам будет меньше. Об этом сообщил научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд. Также он сказал, что купальный сезон на курортах юга России начнется не раньше середины июня. Тогда же прохладная погода в центре страны выровняется и вернется к летней норме. Потеплеет в середине месяца до 22-25 градусов. Синоптик также отметил, что май этого года стал в мире вторым самым теплым за историю наблюдений. Погода. В эти минуты в Москве плюс 22 градуса, атмосферное давление 751 миллиметр. Вести ФМ. Москва 97.6. Санкт-Петербург 89.3. Дневной рубеж. Продолжаем наш эфир на Вести ФМ. Николай Осипов, Екатерина Ксенец в студии. Не только Вести ФМ, но и канал «Первое главное», где можно даже смотреть. Поэтому сейчас давайте все-таки посмотрим Такер Карлсон в переводе Андрея Бочарова. Дифирамбы Зеленскому. Звук, ребята. Зеленский, мы с уверенностью примем тот факт, что он тут ни при чем. Он бы не смог. Зеленский слишком пристойный для терроризма. Но, глядя на него по телевизору, может сложиться другое впечатление. Потливый крысеныш, комик, ставший олигархом. Преследователь христиан, друг компании BlackRock. Но не верьте своим глазам. Мистер Зеленский хороший человек. Да что там, лучший. Как сказал Джордж Буш, он Черчилль нашего поколения. Из всех людей в мире только лупоглазый хитрован в ношенных трениках единственный не мог взорвать дамбу. Да он просто святой! Он безгрешен! Вот так, да, достаточно правдиво. Но вот этот безгрешный потливый крысеныш, в общем, сделал так, что сейчас зона подтопления колоссальная, огромная, люди остались без жилья. Практически даже дело не в том, что без жилья, просто непригодны для жизни. И о ситуации как раз... Что там происходит? Екатерина Ксенец у нас сегодня смотрела, выясняла, что люди говорят. Да, люди спасаются. Сейчас, конечно, идет откачка воды. Давайте сначала послушаем главу региона. 6. Это мэр Новокаховки. Ситуация на настоящий момент следующая. Вода продолжает уходить не так быстро, как хотелось бы. Однако уже 1,20 м. Может быть, больше вода точно ушла. И вода потихоньку уходит. Прогнозируем, что этот процесс пойдет быстрее. Сегодня в Новой Каховке и на территории Новокаховского района продолжаются эвакуационные спасательные работы. Количество сил и средств, привлеченных со стороны Министерства по чрезвычайным ситуациям, волонтеров, полиции, сотрудников военно-гражданской администрации увеличится. Количество плавсредств то же самое. Сегодня мы начинаем откачку воды. Нам поступили дополнительные генераторы, мотопомпы. Поэтому будем переходить уже к процессу восстановления. Вода пригодна для использования в технических целях однозначно. Сегодня получим бактериологические исследования. И скажем, пригодна ли она для питья, как мы раньше, до этой ужасной трагедии, ее использовали. Все нормально, все на месте, все работают. Все будет хорошо. Спасибо. Действительно, кроме автобусов, нужны плавсредства, и там, где сохраняется подтопление, сообщается о том, что нужны моторные лодки, потому что течение довольно сильное, то есть очень трудно просто на обычной надувной лодке, на веслах забирать людей регулярно там, где подтопления сохраняются.
инспектируют районы, находят людей, вывозят людей. Там, где вода уже начинает уходить, приезжают автобусы. Автобусы тоже оборудованы, там все необходимое, там разложено даже на местах необходимые там средства, какие-то еда, какие-то гигиенические средства. То есть то, что людям может потребоваться в первые часы после того, как они довольно долгое время уже провели в подтопленных, затопленных домах, забирают и людей, которые в панике, когда вода начала прибывать, попытались куда-то бежать, не очень понимая, куда ехать, и вот им тоже оказывается помощь. Давайте послушаем местную жительницу. Там месяц тому. Вот. А потом, когда уже объявили, соседи уехали все на машинах, нас осталось две в подъезде. Таня никуда не решилась. А я решилась, ну куда мне бежать, дальше некуда. И с сумками автобусы уже не ходят. Взяла, заплатили мы женщиной 400 рублей, довезли до Тавриска, и я до внучки сбегала вот это. А потом уже по телефону выяснилось, что идет эвакуация. И вот я пришла узнать, как мне дальше поступить, чтобы все ж таки мне хоть немножечко конец жизни почувствовала. Вот здесь помощь будет оказана, ведь людей знаете, вывозят. Было жизни много препятствий. И давайте еще фрагменты там, где люди показывают свои дома, там, где еще в подъездах стоит вода. Свет отключили в старой части города, где затоплено. Трансформаторы низко стоят по станции, только из-за этого. А так вода есть, но вода плохо уходит, канализация, потому что колодцы затоплены. Ну, газ есть. С продуктами напрягов нет. Ну, мы знаем, что до дороги она выше не пойдет, потому что нет там... Сами которые шлюзы разбиты, они же все равно не живут. От такого потока воды, это надо поток воды, знаете какой, чтобы залить город. Это невозможно. Это раз припубликовал эти кадры, да, насколько я понимаю? Да. Проблема еще вот в чем. Потоп воды, вода помогла бы уйти, но ей не дают уходить. В том смысле, что с Днепрогресса сбрасывают еще порции воды, там открыли практически все шлюзы. Да, там Киев открыл 4 шлюза, по крайней мере, то, что видно на этом видео. Вода прибывает. В общем, видимо, это такой план, глобальный план по затоплению Херсона и, в общем, всего, что там ниже по течению. Скорость течения Днепра уже увеличилась в 10 раз, сообщают власти Херсонской области. И вот сейчас принимаются меры для того, чтобы... Дальше ситуацию как-то удержать. На главной станции Северо-Крымского канала уже закрыли шлюзы, вода из Днепра туда не поступает. Уровень там упал на 2 метра, и сообщается, что сейчас прорабатывают альтернативные варианты наполнения Северо-Крымского канала водой из Днепра после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. Вот глава Крыма Сергей Аксенов об этом говорит. И продолжаются комментарии западные в украинских телеграм-каналах, кстати. Кадры, которые публикуются, они в основном про то, как вывозят животных. То есть ты там заглядываешь, котики, собаки. Про людей сообщений... По крайней мере, за вот этими вот душераздирающими кадрами с собачками и котами их не найти. И заявления, которые делают на Западе, тоже по этим таким очевидным, очень красноречивым картинкам, и генсек НАТО Йенс Столтенберг, который говорил о том, что это возмутительный акт, который демонстрирует жестокость России, и руководитель Евросовета Шарль Мишель тоже говорил о том, что ответственность лежит на России. Все это они сами себя бомбят, они сами все разрушают. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский тоже обвинил российское руководство, говорит, что атака на плотину «Новая Каховка» с применением оружия массового поражения против мирных жителей – это тоже действие России. Интересно, где он там оружие массового поражения увидел? Может быть, какой-то анонс насчет там, тех самых грязных бомб, которые они использовали? Важно, что обратить внимание, они, конечно, очень любят обвинять Россию, но если даже там, хорошо, вы считаете, что это Россия сделала, кто-то из них вообще оказал какую-нибудь помощь? Обычно вот, ну, принято друзьям дружески, они же считают Украину дружеской страной, оказывать помощь, приехать, помочь, спасать людей. По-моему, никто туда
особо не спешил, потому что, ну, во-первых, нельзя портить сцену, на сцене сейчас Зеленский прибыл в Херсон, ну и вообще Европа занята несколько другими проблемами, у них там назревают учения НАТО, самые крупные за последнее время, если, может быть, даже не в истории, какое-то несметное количество самолетов, техники должно быть задействовано, это Air Defender 23, воздушный защитник, да, можно так назвать, ну и, как их уже обозначили, сигнал для российского руководства на фоне происходящего на Украине, о том, что Европа может себя защитить. Вот как, прежде чем свяжемся с нашим САПКОРом в Берлине, Германия будет на связи, потому что Германия должна быть неким центром этих учений, покажем и дадим послушать, как это преподносит представитель самого Альянса в интервью европейских СМИ. Под руководством Германии более 250 самолетов, включая такие транспортные самолеты, как А-400М и американский Геркулес С-130, будут смоделированы по образцу сценария оказания помощи в соответствии со статьей 5 НАТО. Он предусматривает, что НАТО оказывает помощь стране-члену, подвергшейся нападению. При этом все сценарии, такие как, например, воздушный бой, прорабатываются в реальном масштабе времени. Сверхзвуковые полеты планируются только над морем. Поэтому в гражданской авиации будут введены ограничения, и то, что происходит над воздушным пространством Германии. Именно там американские боевые танки были отправлены в Германию. Для этого требуются недели и месяцы. Военно-воздушные силы могут сделать это за считанные часы, и мы этим докажем. Конечно, сейчас очень сильный сигнал, который мы подаем. Территория НАТО — это красная линия, и мы способны и готовы защищать каждый дюйм этой территории. Ну, я уже назвал несколько ключевых слов. Это мой Гвидо Шмидт, военный эксперт, который, конечно, так, посмотрел, ребят, на это немного подробнее, не нужно, и прежде уже, всего, наверное, может, да, теперь объяснить. Там был фрагмент, на самом деле важный довольно, про то, что это огромное неудобство доставляет, в том числе жителям Германии, наверное, не только им, потому что шум, ограничения на полеты, но призывают потерпеть, подождать, потому что всего, по-моему, 10 дней они проходят. Хотя, в общем, с определенными сложностями столкнуться придется, с какими узнаем от нашего САПКОРа в Берлине, Сергей Курохтин. Сергей, рад приветствовать вас. Да, добрый день, коллеги. Ну что, насколько все это тревожно для самих европейцев, для жителей Германии, тем более, что учения действительно крупные. Тут, наверное, еще некий психологический фактор есть, потому что все понимают, идут боевые действия на Украине, и тут, ну, вставай, Германия огромная, так что ли как-то все это выглядит? Да, но только не одна Германия. 25 стран НАТО примут участие в этих учениях, и это действительно будут крупнейшие авиационные учения НАТО за всю историю. Продлятся с этой субботы 12 дней. И, как сказал Лох, мы хотим продемонстрировать решительную авиационную мощь НАТО. Я напомню, что Майкл Лох — это директор Национальной гвардии ВВС США, а военно-воздушные силы США будут составлять примерно половину всех самолетов в этих учениях, и командовать тоже будут американцы. Накануне давал пресс-конференцию главнокомандующий Люфтваффе немецких военно-воздушных сил Инго Герхардс. Но обращу внимание, кстати говоря, что он говорил не как Лох. Он сделал упор на оборонительных действиях, которые будут отрабатываться во время этих учений. Как сказал Инго Герхардс, в течение вот этих 12 дней будет совершено 2000 полетов, но, подчеркнул он, ни один в сторону Российской Федерации. Мы не хотим, чтобы это провоцировало какие-то проблемы или осложнения. И в сторону Калининградской области они также летать не намерены. Да и вообще, в основном, все эти учения будут проходиться на территории Северного и Балтийского морей. Ну, кстати, не могу не напомнить, что в это время как раз сейчас там происходят военно-морские учения, Балтопс-23. И, соответственно, какая-то координация между этими учениями тоже, наверное, предполагается. Ну, как я уже и сказал, половину всех самолетов, там 250 самолетов соберется, почти половину самолетов прилетит из США. И руководить всем этим будут американцы. И, кстати, очень многие эксперты, ну, не могут не проводить параллели с ситуацией, которая уже была в Европе. Вот в 1973 году, когда был нефтяной кризис, помните, да, и тогда Европа пыталась договориться о поставках нефти с Ближнего Востока или из каких-то и других стран. И тогда президент США Никсон
дал приказ привести в полную боевую готовность войска США в Европе, но не предупредил об этом своих европейских союзников, и это тогда вызвало шок. Но это был показатель того, что пока американские солдаты в Европе, Европа ни с кем не должна самостоятельно договариваться. Так и сейчас, конечно же, все происходит в согласии, в предупреждении с европейскими союзниками, но суть остается та же. Пока американские самолеты в Европе, американские войска в Европе, да, Европа ни с кем не договаривается, а выполняет то, что ей говорится. Ну, нельзя, конечно, не сказать о том, Но при этом Германия должна быть центром управления, по крайней мере, так я видел публикации в прессе, то есть Германия определенную роль отводится, такая, ну, как бы вот вы тут главные. Да, безусловно, вы главное, это как вот, когда на машине едет кто-то, сдает на права, вот рядом сидит. Кто главный, кто на заднем сиденье или кто за рулем, да? Совершенно верно, и вот нужно, ну, кстати говоря, об этом и американцы тоже говорили, нам важно проверить, что немцы могут выполнять роль координаторов и руководителей тех или иных военно-воздушных действий. Соответственно, они будут смотреть за тем, как немецкие военно-воздушные силы будут с этим справляться. Ну и, безусловно, как вы уже и говорили, это, безусловно, серьезное ограничение для пассажирских перелетов, и будут перенесены ряд рейсов, возможны облеты тех или иных территорий, и тогда это задержка в рейсах, или рейсы будут дольше выполняться. Жители Дюссельдорфа уже предупредили, что возможны ночные шумовые помехи. Ну и еще целый ряд обстоятельств, конечно, как сказал тот же Инге Герхардс, главнокомандующий Люфтваффе, которого я уже цитировал, что безопасность не предоставляется бесплатно, и, соответственно, нужно быть к этому готовым. Пока еще нет, ну, скажем так, вот таких технических деталей этих учений, подробных, потому что всех интересует, что, напомню, осенью в Европе проводятся учения «Стойкий полдень» авиационные. И вот там последние годы, что регулярно отрабатывалось, так это то, как самолеты загружаются и потом летят с американскими авиационными атомными бомбами. Естественно, это муляжи этих бомб, но, тем не менее, это главное. Это их спортивные снаряды, атомные бомбы Б-61. Они находятся официально на базе в Италии, на базах в Италии. Многие считают, что и в Рамштайне, и в Германии они есть, американцы это не подтверждают. Но вот «Стойкий полдень» — это вот упражнение с американскими авиационными атомными бомбами. Но будут ли они задействованы и на этих учениях? Вот пока таких деталей нет, но, думаю, в ближайшее время мы много узнаем, когда учения начнутся, и будет, конечно, интересно за этим понаблюдать. И не просто интересно, но все прекрасно понимают, что будут внимательно следить, и возможности спутников наблюдения, перехватов, переговоров и так далее дают очень много информации о том, как и каким образом проходит подобного рода учения. Спасибо. Сергей Курохтин, наш САПКОР в Берлине. О подготовке к учениям. Ну, большое такое военное шоу на самом деле назревает. Я просто еще напомню, что по числам, по цифрам, 12-дневная операция, 2000 полетов обещают, что ни один не будет направлен в сторону российской территории. Понятно, что наши военно-космические силы тоже будут следить, как вот и справедливо сказал наш САПКОР, за этими учениями. Для них, на самом деле, главное, опять же, то, на чем Сергей Курохтин делал акцент, они отрабатывают переброску американских войск на территорию Германии, чтобы показать, насколько быстро они могут собрать свои силы в некий кулак и дать отпор, ну, естественно, России, потому что с кем же еще, в конце концов, альянс... Против кого все это альянс репетирует и против кого всегда репетировал, тут еще упоминание. Но они при этом не забывают повторять, генерал-лейтенант Инга Герхардс также говорит, что мы оборонительный альянс, подчеркивает вот эту мантру, повторяет, что эти учения носят только оборонительный характер. Ну и, наверное, еще на самом деле важно вот про, опять же, то, о чем я говорил, психологическое отношение европейцев к этим учениям. С одной стороны, эти учения должны как бы их успокоить, что, ребята, все нормально, у нас огромная армия, самолеты, посмотрите, все замечательно, мы вас защитим, Россия, не дадим в обиду, чтобы вас Россия обидела. А на самом деле это ведь выглядит это все совсем не так. Это выглядит как подготовка к большой войне. А когда НАТО проводит учения, они очень часто готовятся к чему-то большему, чем просто учения. Так уже было. Я сам рассказывал, как в свое время в Крыму проводили учения. Это же на самом деле было, ну, просто
надругательство над полуостровом, когда войска НАТО в Феодосии готовили учения, и жители Крыма против этого катастрофически протестовали, а Киев тогда угрожал прислать «Беркут» в Феодосию, чтобы подавить недовольных тем, что готовят протесты против этих учений, тем, что люди там недовольны. И те же самые упомянутые нашим Сапкором учения «Балтопс», вот сейчас буквально годовщина ведь где-то исполняется, примерно того периода, когда была заложена взрывчатка под «Северные потоки». Не исключено, кстати, что сейчас пытаются как-нибудь использовать эти уже следующего года учения «Балтопс» там, на Балтике, чтобы как-то, может быть, затереть следы тех самых «Северных потоков», потому что, ну, территория-то, море, Балтика большая, много или там может затеряться, пропасть и исчезнуть. И, конечно, на фоне всего этого вряд ли вот эти масштабы учения, которые как бы должны успокоить людей, успокоить европейцев, которых и без того уже запугали всеми этими новостями про рецессии, про то, что там евро нехорошо себя чувствует, и экономика, в ней проблемы и так далее. Тут еще и вот сейчас придут злые русские и всех у вас начнут бомбить, а под носом у них и над головами будут летать их же самолеты, как бы морально готовя к тому, что все дальше будет только хуже. Но на самом деле все это вот мы под конец уже успеем, наверное, вернуться к Такеру Карлсону, который, кстати, тоже вернулся в эфир, но, что интересно, ему уже попытались заткнуть рот, потому что Fox News заявил, что ничего подобного, не имеешь права ты вообще говорить ничего, ни слова, потому что все, что ты скажешь по там контрактам каким-то их, принадлежит только Fox News, а мы тебя выдавать в эфир не будем. Ну, пример западных свобод, так вот про как раз про ложь, которая стала проблемой, да, для западного медиапространства, он и говорит, послушаем. Это очень легко понять. Для тебя жизненно важно поддерживать Украину, потому что Украине необходимо, чтобы ты поддерживал ее. Твоя поддержка обязательно до тех пор, пока все не будет закончено, что бы это ни было и что бы это ни значило. Так что заткнись и поддерживай Украину, иначе у тебя будут неприятности. В те времена, когда еще преподавали логику, подобные утверждения назывались тавтологиями. В чем-то есть истина, потому что так оно и есть. Чем больше ты это повторяешь, тем правдивее это становится. Это самоподкрепляющая реальность, которая сама себя подкрепляет. Было время, когда тавтологии считались неправомерными аргументами, не говоря уже о том, что они были уморительно глупыми. Так рассуждают только тупые люди. Сейчас так рассуждают все, кто находится у власти. Разнообразие — это наша сильная сторона. Поддерживаю Украину, потому что должны ее поддерживать, и больше никаких вариантов. Других вариантов не дают. На этом все. Дневной рубеж прощается до понедельника. Слушайте, с понедельника по четверг в 14 часов. Дневной рубеж. Вести FM. Хай-тек. Здравствуйте. С вами Николай Гринько. Инженеры из университета Питтсбурга разработали бетон, способный вырабатывать электричество. Новый материал может сжиматься до 15%, не теряя при этом структурной целостности и вырабатывая до 330 микроватт энергии. Бетон содержит в себе полимерные решетки и графитовый порошок. Эти материалы электризуются при механическом воздействии. Правда, получаемый таким образом ток слишком мал, чтобы, например, передавать его в городскую сеть, но его может оказаться достаточно для работы микродатчиков, предназначенных для мониторинга целостности конструкции, например, при землетрясении. В перспективе эта технология может позволить вырабатывать энергию для чипов, встроенных в автомагистрали, чтобы взаимодействовать с беспилотными автомобилями. Правда, сначала нужно придумать, как защитить бетонный генератор от влажности и колебаний температуры. Коллектив редакции нашей программы, как всегда, чего-то не понимает. Мы помним, что одно из главных качеств бетона – это прочность. Самые высокие показатели у бетонных конструкций – это прочность на сжатие. Именно по этой причине сооружения проектируют так, чтобы на бетонные элементы приходились в основном сжимающие нагрузки. Новая же разработка делает все наоборот, придает материалу способность сжиматься до 15%. То есть 100-метровый небоскреб, построенный из такого бетона, сожмется под собственным весом на 15 метров. И что при этом произойдет с коммуникациями, отделкой, остеклением и так далее, не очень понятно. Мало того, на этом этапе сжатие прекратится, достигнув предельной точки. А значит, никакой энергии из полимерных решеток и графитового порошка добыть не получится. То есть строить здание из такого бетона бессмысленно.
Но и с дорогами тоже есть вопросы. Бетонные автострады также ценятся за прочность. Автомобиль тратит на передвижение по ним меньше энергии и топлива, именно потому, что их покрытие не деформируется. Вот почему бетонные дороги так популярны во многих странах. Хотя укладывать их дороже, но служат они дольше, тоже за счет прочности, а также экономят топливо, снижают выбросы и берегут экологию. Сжимаемый бетон сведет все эти преимущества на нет. Конечно, у нас в редакции нет дипломированных строительных инженеров, но нам кажется, что и в университете Питтсбурга, предложившем разработку, их тоже нет. Хотя... Вести FM. Хай-тек.